Grab some popcorn and enjoy. Готовьте попкорн и наслаждайтесь. Не самый оригинальный, но многообещающий совет от Международной Федерации Сокки. 8 мая на арене Лайзвор в Кишиневе стартует Кубок Европы. Топ-сборные, их сразу 22, будут биться за статус лучшей в Старом Свете. На бумаге главный фаворит Казахстан, действующий чемпион Европы и мира. Эту команду журналисты давно прозвали «Сокомашиной». Еще один топ в Соке – сборная Хорватии. На прошлом Кубке Европы за ней была бронза. На этот раз едут за победой. Главная звезда шашечных – Перишич, но не Иван, который брал серебро и золото на чемпионатах мира. Зажигал в Интере, Баварии и Тоттенхэме. В Кишинев приедет Степан Перишич – культовый человек в хорватском футзале. Я горжусь тем, что представляю Хорватию в любом виде спорта. В футзале я много выступал за сборную, поэтому знаю, какая это честь, радость и ответственность. Для меня это новый опыт, и я, конечно, с нетерпением жду предстоящего чемпионата Европы в Молдавии. Конечно же, о победе дома мечтает и сборная Молдавии. Она попала в одну группу с Португалией, Грузией и Албанией. Костяк команды истеребны. Золото Мамалиги она получила и статус базового клуба сборной. Если я сегодня играл без замен, конечно, буду играть и на Кубке Европы, да. Поэтому Леша будет рядом со мной, и мы сделаем в тандеме хороший результат. В этой молдавской сборной будет как минимум один приднестровец. Вадим Кричмар из Слободзеи. В финале Амалиги против Вольты он забил победный гол. Так же, как и в полуфинале. Первый приднестровский покажет сразу 10 матчей Кубка Европы. Начинаем 8 мая в 17:55 в режиме лайв. Смотрим первую игру на турнире. Действующий чемпион Казахстан против Италии. А в 21:45 на нашем канале матч Молдавия-Португалия. И так каждый день пропускать нельзя.